Увел из-под носа у полицейских. Дерзкий угон в Екатеринбурге. Хитрый злоумышленник украл автомобиль на глазах у хозяина авто и дорожных инспекторов. Все произошло, когда автолюбитель остановил наряд ДПС, и ничего не подозревающий мужчина вышел из автомобиля, чтобы поговорить с полицейскими. Именно в этот момент, видимо, решив, что оставленному инспекторами мужчине за руль уже не сесть, неизвестный угонщик и заскочил в машину. Хозяин авто не растерялся и в лучших традициях голливудских блокбастеров попытался броситься на машину, ухватившись за переднюю дверь, но сорвался. Полицейские тут же устроили погоню, но нарушитель остановился сам, не справился с управлением и врезался буквально через несколько метров.